А вы в курсе, что в Дом культуры можно прийти не только на культурное мероприятие, но и на медицинское обследование? Такую возможность получили жители Красной Поляны. Там прошел большой день здоровья. Дом культуры поселка на один день превратился в мини-поликлинику. Там высадился настоящий медицинский десант. Сахар сразу, а холестерин 3 минуты ждет. Сдать кровь на сахар и холестерин, проверить возраст сосудов и легких и получить консультации терапевта. Прием прямо в ДК вели врачи сразу 3 учреждений – 4-й поликлиники, 8-й Краснополянской больницы и городского центра медпрофилактики. Мы проводим городской день здоровья в рамках программы Министерства здравоохранения Краснодарского края. От нас здесь находятся наши врачи. Мы можем здесь делать электрокардиографию, можем здесь делать вакцинацию, можем здесь делать консультирование по всем вопросам здоровья, по всем факторам риска, которые имеют отношение к возникновению вот такой грозной болезни, как инсульт. Затем специалисты Центра здоровья – это экспресс-тестирование на повышенный уровень глюкозы или не повышенный, повышенный уровень холестерина или нет, это тоже прямое отношение к сегодняшней теме нашего дня здоровья. Потом это возможность и картирования, так скажем, состояния сосудов, состояние сердца, это тоже экспресс-методика у них есть специальная. Можно измерить скорость выдыхаемого воздуха, которая также говорит о том, в каком состоянии и в каком биологическом возрасте находятся легкие. В общем, масса интересных моментов, экспресс-тестов для того, чтобы человек мог, пройдя их, понять, нужно ли ему идти бегом в поликлинику на серьезное уже дообследование, или он может быть доволен, потому что у него все показатели в норме. Такой формат очень удобен и врачам, и пациентам. Не нужно идти в поликлинику и записываться на прием. В одном месте можно пройти сразу целый ряд экспресс-тестов. Сами вот экспресс-методики, они как раз и предусматривают именно такую обстановку, когда не обязательно использовать тяжелую медицинскую артиллерию, в кавычках, конечно, а можно скринингово обследовать большое количество населения и из этого скрининга выловить как такую сетью как раз вот такие вот моменты, которые выходят за норму. И мы этим людям предлагаем, записываем, конечно, их с телефонами, предлагаем приходить к нам в поликлинику на уже более детальное обследование, для того, чтобы мы после этого обследования могли поставить диагноз и поставить человеку какие-то задачи, которые он должен выполнять по отношению к своему здоровью, потому что не только же лечением необходимо применять для того, чтобы преодолеть тот или иной недуг. Надо же изменять образ жизни, надо менять свои привычки, надо избегать факторов риска. Это тоже все очень интересно. И для того, чтобы это сделать правильно, профессионально, это, конечно, нужно руководствоваться рекомендациями врача. День здоровья посвятили профилактике инсульта. День борьбы с этим заболеванием во всем мире отмечали 29 октября. Почему все боятся инсульта? Потому что это грозное заболевание, приводящее, если не было летального исхода, к абсолютной инвалидности. Если человек не попадает вовремя в больницу, а это 4,5 часа, он гарантированно будет инвалидом. Хотим, чтобы все знали, какие заболевания, какие факторы риска, какие факторы, приводящие к возникновению вот, возможности этого инсульта, есть у каждого из нас. Потому что не только генетика отвечает за здоровье человека, не только то, что в нас заложили наши предки, но и то, какой образ жизни мы ведем, какие вредные привычки мы имеем. И вредные привычки здесь не только имеется в виду курение и алкоголь, это, конечно, 100% вредная привычка, но это и неправильное питание, и малоподвижный образ жизни, и нехорошее, неправильное отношение к лечению. Если у человека есть артериальная гипертония, эту болезнь обязательно надо лечить. Если у человека есть нарушение ритма сердца, это тоже надо лечить. Если есть сахарный диабет, его тоже надо лечить. И это абсолютная истина. Пациентам импровизированной поликлиники рассказали о рисках и профилактике заболеваний сердца и сосудов, а еще о признаках, по которым можно распознать инсульт. Человек не может улыбнуться, потому что половина рта у него не улыбается, уголок рта опущен. Просит человека поднять руки.
Он не может это сделать, потому что одна рука у него не поднимается. Наконец, он не может разборчиво говорить. Совместно с городской больницей номер 8 Центр медпрофилактики проводит ряд обследований для выявления факторов риска, которые могут показать, есть ли склонность к этому заболеванию. Это повышенное артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также мы рассказываем, как правильно вести свой образ жизни для того, чтобы предотвратить развитие этого заболевания. Это ежедневная физическая активность, борьба со стрессом, борьба с курением, с алкоголизмом. У нас на базе Центра медицинской профилактики города Сочи существует кабинет отказа от курения, кабинет здорового питания, кабинет, где можно побеседовать с медицинским психологом. Ведь стресс – это тоже один из факторов развития инсульта, очень серьезного заболевания, который приводит к инвалидизации пациента. Также получается, что бывает здоровый молодой человек, который не знает, что у него есть какое-то заболевание. Он может прийти в наш центр и бесплатно с паспортом и с полисом узнать, есть ли у него какие-либо факторы, которые способствуют развитию этих заболеваний. Крайне важно, говорят врачи, следить за своим давлением. На дне здоровья его не только можно было измерить, но и научиться делать это правильно. Артериальное давление измеряется на плече, неважно на каком, на правом или на левом. При этом пациент должен сидеть ровно, не должны быть скрещены ноги, значит, полностью расслаблены, рука должна быть расслаблена. Значит, при манжетка накладывается правильно, обычно для домашнего использования тонометра указано, где должно, как должна располагаться манжетка. Если мы контролируем артериальное давление при помощи фонендоскопа, то фонендоскоп устанавливается в середину локтевой ямки. Значит, мы нагнетаем давление. И до цифр, ну, примерно, если мы предполагаем повышенное давление, где-то 180, вот, и постепенно начинаем спускать манжетку. Начало пульсации служит показателем систолического давления или верхнего давления. Отсутствие пульсации – это показатель диастолического или нижнего давления. Вариантом нормы считается артериальное давление 120/80, верхняя граница нормы. По разным данным, это 130/80, 140/90 уже является пограничным артериальным давлением. То есть существует классификация Всемирной организации здравоохранения, которая делит повышенное давление на степень. В зависимости от уровня артериального давления мы ставим степень гипертонической болезни и даем рекомендации по образу жизни и по лечению. Они различаются для каждой степени артериальной гипертензии. Но для всех степеней артериальной гипертензии правильный образ жизни – это самое главное. Это физическая активность обязательно, это ходьба в умеренном темпе 30 минут в день ежедневно или эквивалентная этому нагрузка. Правильное питание, которое ограничивает употребление животных жиров и простых углеводов. Контроль веса и обязательный контроль артериального давления ежедневно. Желательно это делать утром и вечером. Если артериальное давление нормальное, мы достигли нормального уровня, то можно контролировать это давление один раз в день. Для профилактики сосудистых заболеваний головного мозга нужно обязательно знать, что способствует их развитию, говорят врачи. Факторов риска много. Их можно разделить на внутренние и внешние. Например, ожирение, сахарный диабет, наследственность, возраст, а также стресс, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Наверное, надо начать с того, что есть факторы риска, которые человек должен точно знать. А это, во-первых, наличие артериальной гипертонии. Если у человека есть повышенное давление, он обязательно должен лечиться у доктора и не допускать резких скачков давления, которые могут быть тогда, когда человек не лечится, а делает такую ошибочную тактику, применяет, когда
не принимает каждый день таблетки, а ждет, пока давление повысится само по себе, кризово. Потом точно так же кризово, применив какое-то гипотензивное средство, он его резко понижает. На фоне вот такого резкого понижения может случиться инсульт. Для того, чтобы давление было в оптимальном диапазоне и достаточно постоянным по различным дням, несмотря на погоду, на стрессовые ситуации, на физическое напряжение и так далее. Масса факторов, которые вокруг нас, каждый день нас окружают. Все равно уровень давления мы должны нашими таблеточками, которые прописал врач, держать в норме. И гарантированно мы можем точно быть уверены, что на 70% инсульт нам не грозит. Второе грозное заболевание, которое повышает риск возникновения инсульта, это, конечно же, сахарный диабет. Здесь точно так же нужно быть приверженным лечению и комплаентным к лечению, потому что если не принимать сахаропонижающую терапию или принимать ее, но нарушать диету и при этом принимать сахар, а потом заедать этот сахар таблетками, то есть мы тоже этот фактор риска не то, что не убираем, а наоборот, мы его выдвигаем на первый план. Потому что сам по себе сахарный диабет, он ведет к значительным изменениям в сосудистой стенке. А изменение в сосудистой стенке ведет дальше, запускает весь механизм, о котором мы сейчас уже говорили. Затем нарушение ритма сердца. Нарушение ритма сердца приводит к тому, что в полостях сердца могут образовываться тромбы, которые с током крови попадают в тот или иной орган, и, соответственно, если это будет головной мозг, то это состояние уже называется острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт. А курение, которое при длительном употреблении большой дозы никотина, то есть если человек курит много, 100% у него развиваются неправильные реакции сосудов на стрессы, неправильные реакции сосудов на любые экзогенные факторы, которые окружают нас. Мы живем во всех этих факторах, и невозможно сидеть в вакууме и чувствовать себя человеком. Естественно, мы идем на улицу, где-то что-то произошло, неприятная встреча, какие-то стрессы по дороге на работу, на самой работе и так далее. То есть мы все равно живем в этом во всем континууме и должны понимать, что правильные реакции наших сосудов на стресс – это гарантия того, что ты в основном и целом здоров. Потом, конечно, атеросклероз. Атеросклероз – это состояние, которое проявляется повышенным уровнем холестерина. Выявив такое, нужно идти срочно обследовать сосуды. Это можно делать достаточно удобным способом – ультразвуковое исследование. Это неинвазивная методика, абсолютно безболезненная, любому человеку доступная. В наших поликлиниках это во всех есть. И на УЗИ мы можем определить толщину сосудистой стенки, если нет тромба и так далее. То есть человек получит полную картину, если у него атеросклероз. Атеросклероз может поражать различные сосуды в различных органах. И поражение сосудов головного мозга часто осложняется таким вот атеросклеротическим инсультом, ишемическим. Основные такие факторы я уже сказала. А ко всему этому, конечно, мы должны говорить о том, что гиподинамия – это в пожилом возрасте основной такой фактор популяционный, который может запускать все вот эти предыдущие заболевания по пути наиболее худшего сценария и приводить к этому осложнению в виде инсульта. Курение и употребление больших доз алкоголя – это прерогатива более молодых людей. Неправильное питание с повышением животных жиров приводит к гиперхолестеринемии и усугубляет атеросклероз. То есть вот так все связано в один клубок. Необходимо точно понимать, особенно если у тебя в роду были люди, которые заболевали инсультом, конечно, каждый должен задуматься, правильный ли образ жизни я веду, те ли продукты я ем, нет ли у меня тех или иных вредных привычек, а если они есть, надо собраться с мыслями и уйти от них как можно быстрее и дальше. Конечно, надо радоваться жизни, потому что жизнь сама по себе – это состояние абсолютной гармонии и лучшая ценность, что только может быть. Фактор возраста, он, конечно, имеет значение, это да, но когда мы говорим о долголетии, то здесь важно не только само долголетие как годы,
а важно понятие активного долголетия, то есть наиболее максимальный период жизни человека, несмотря на то, сколько ему лет, когда он здоров. 70, 80, 90. Многие люди, мы знаем, и в 90 лет сохраняют абсолютную активность и, может быть, даже более активные, чем их дети, внуки и так далее. И состояние души, состояние настроения, состояние когнитивных функций, все это зависит от того, насколько ты умеешь радоваться жизни, насколько ты умеешь противостоять, опять же, обычным стрессовым ситуациям, которые нас окружают, как ты можешь выйти или в сторону депрессии из этой ситуации, или наоборот в сторону адекватного, нормального оптимизма, когда ты понимаешь, что ты человек сильный, ты можешь преодолеть те или иные нехорошие какие-то ситуации. В конце концов, ничего нет фатального в этой жизни, пока есть жизнь, ничего фатального нет. Среди пациентов Дня здоровья в основном люди старшего поколения. Риски развития заболевания сосудов и сердца повышаются после 40 лет, но болезни стремительно молодеют. Для заботы о своем здоровье любой возраст подходящий, считают молодые мамы Татьяна и Алина. В интернете было объявление о том, что можно пройти, проконсультироваться о всем. И в больнице было объявление. Как раз я с ребенком приходила, да, и увидела. За компанию хвостиком притянули, сказали, надо. Очень-очень удобно, потому что в больнице записи, очереди, это очень долго. А здесь, ну, я думала, если честно, людей будет намного больше. И надеялась, что будет молодежь, потому что все-таки профилактику надо проходить. Так как мы уже мамы, мы понимаем намного, что это серьезно. Все, о здоровье нужно заботиться. С ранних лет, скажем так. Предупредить, чем потом лечить. Я считаю, что заботиться о своем здоровье нужно, конечно же, с любого возраста, из 20 лет, из 10 лет, но я считаю, что все-таки после 30 нужно особенно внимательно начать относиться к своему здоровью. Нужно следить за питанием, за вредными привычками, исключить их абсолютно из своего образа жизни. И, естественно, тогда будет меньше вероятности, что разовьется это заболевание. Но мы, наш центр профилактики, создан для того, чтобы именно молодые люди пришли и быстро прошли ряд тестов, которые помогут быстро выявить развитие или факторы риска заболевания, побеседовать с различными специалистами. И мы помогаем, например, бросить курить и учим правильно вести свой образ жизни для того, чтобы не возникли эти заболевания. Мы всех приглашаем, всех жителей Сочи, на наши обследования, в наши кабинеты отказа от курения, кабинет здорового питания, кабинет работы с психологом. Мы находимся в Виноградная, 43/2, корпус 2, 5-й этаж. Это бывшее отделение 2-й городской больницы. Профосмотр обязательно раз в год, это точно, однозначно. Об этом не только я говорю, это я вообще тут. Мы руководствуемся концепцией нашего Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые разработали для различных групп населения, возрастных групп, я имею в виду, различные обследования, которые необходимо сделать, чтобы точно чувствовать, что я на этот год гарантированно здоров. А еще на День здоровья привезли маммографический комплекс. Это укомплектованный всем нужным оборудованием кабинет на колесах. Возле фургона выстроилась большая очередь из женщин, желающих пройти обследование молочной железы. Обследование нужно проходить раз в 2 года для профилактики. Если человек наблюдается уже у маммолога или там гинеколога, то раз в год. В последний раз День здоровья такого масштаба в Красной Поляне проводили больше 5 лет назад. Такого большого перерыва больше не будет, пообещали организаторы. Ведь важно не только лечить больных, но и сопровождать здоровых.